Кстати, вот по поводу уступания дороги съездом на обочину, да, было много роликов. И про уступание дороги съездом на запрещенные полосы. Так вот здесь, на этой трассе, на А-114, я не стесняюсь это делать, уступать. Почему? Потому что я при этом не нарушаю никакие правила. Потому что, как правило, здесь не всегда, но в основном здесь правая полоса, она и для поворота направо, и для движения вперед. То есть я просто перестраиваюсь на правую полосу, по которой можно ехать прямо, точно так же, как по левой. Ну а по поводу уступания дороги съездом на обочину, мое мнение такое, что если за тобой скопилось там достаточно машин, там не одна-две, а там поболее, ну даже одна-две есть, почему бы не пропустить, но то, что ты делаешь, должно быть четко обозначено. И обозначен должен быть съезд на обочину с какой-то целью, да? То есть поворот направо и замедление скорости. Это две обязательные вещи, которые должны при этом присутствовать. Ну а при постоянном движении по обочине, именно при постоянном движении, как вот это практикуют на некоторых трассах, как там на М4, там в районе Павловска, когда она еще узкая была, вот там тоже две полосы посередине и справа еще две, ну практически полноценных полосы, ну кое-где может полполосы, и вот там тоже полный дурдом. Идут туда две машины рядом, обратно две машины рядом, явно совершенно они не помещаются, происходят какие-то увертки, разъезды, полный дурдом. Хочешь пропустить — пропусти, но нормально, грамотно. Поворотник право, чуть сбросил газ, то есть обозначил, типа, что ты собираешься останавливаться на обочине. Но не останавливаешь, но передумал ты, поехал дальше, ты же не обязан остановиться. Обратно с обочины раз, левый поворот и в свою полосу. И все, и поехал, и пусть за тобой опять копится. Но ехать все время по обочине — это категорически нельзя делать. Да, и разумеется, когда вот здесь на Вологодской этой трассе ты уступаешь место, съезжая на правую полосу, уступая дорогу, съезжая на правую полосу, нужно обязательно смотреть вперед, нет ли там на этой самой полосе машины, иначе произойдет аварийная ситуация, близкая к аварийной, так скажем.